Золотая лавина. Максим Васильевич, если бы не вы, мы бы здесь застряли. Будете в Москве, жду. У вас есть машина? Нет, у меня нет. Вон у Надежды Сергеевны есть. Очень приятно. Это ваша, да? Моя. Считайте, что у вас теперь никаких забот. Спасибо. До встречи. Лизонька, садись. Сержант, поторопитесь, мы спешим. Товарищ Петухов, а он не имеет права. Так распорядитесь. А я не могу. Понимаете, в чем дело? Лавина – это огромная масса снега. Да они над тобой издеваются. Неужели ты это не понимаешь? Вы нас пропустите? Где я сейчас? Ну, у тетки в Нальчике. Он завтра будет туда звонить. Почему именно завтра? Ну, конечно. Ты ничего не помнишь. А у меня, между прочим, завтра день рождения. Да? Ну, поздравляю. Собирать вещи, утром вывезем. Если бы вы знали, как вы нас выручили. Мурат Хаджиевич, если что, то прошу. Ко мне. Без Спасибо. Стеснения. Я ваш должник. Разрешение. Получил, пожалуйста, мы же не бюрократы. Садитесь, садитесь. Привет. Отца. Поздно, поздно. Ну, тогда счастливо. Лавина накроет, вы не забудьте закрыть дыхательный... Вы это говорили нам уже на лекции. Ничего. А если не краешком? Ну, если не краешком... Это так... Ну что, все в порядке? Где у тебя глаза были? Куда ж ты везешь? Прямо в лавину! Да, да отставьте вы меня, ради бога! Ненормальные. Лизонька, Лизонька, успокойся, все будет нормально. Все благополучно. Погоди! Погоди! Ты куда?